Здравствуйте, садоводы, меня зовут Вероника. Если вы вдруг стали замечать, что у вас желтеет ботва у огурцов, у помидоров, то советую вам не огорчаться, потому что расскажу вам сегодня самый простой способ, как избавиться от пожелтения огурцов и томатов. Не плодов, а именно ботвы. Чаще всего пожелтение ботвы вызывает грибковые заболевания. Это, конечно же, фитофтороз, мучнистая роса и паутинный клещ. Это основные виды болезней, которые вызывают, портят нашу ботву и, соответственно, губят наши урожаи. Хочу подсказать вам самый простой способ, как с этим бороться. Если вдруг вы замечаете желтые пятна на огурцах, либо желтые прожилки, то вам потребуется самый натуральный и простой фугинцид, который можно приготовить в домашних условиях. И работает он намного лучше и эффективнее, чем покупные средства. Ну а теперь записывайте и сохраняйте. На литр воды 10 граммов сушеного чеснока и 2 столовые ложки 6% уксуса. Все хорошенько перемешиваем, дадим настояться несколько часов, обычно 2-3 часов бывает достаточно. И пусть уксус вас не пугает, поливать мы этим раствором не будем, мы будем опрыскивать пожелтевшую ботву. Именно уксус является сильнейшим естественным антибактериальным противогрибковым компонентом. Ну и чеснок, конечно же, тоже отличный фугинцид для любых растений. А вместе они работают вдвойне. Поэтому настаиваем чеснок с уксусом и производим опрыскивание только пораженных участков. Здоровую ботву, конечно же, трогать не надо. Под корень этот раствор лить не надо. Просто опрыскиваем листья, желательно с двух сторон. Этот раствор работает и с томатами, и с огурцами. Опрыскиваем листву, я это делаю при помощи обычного пульверизатора. И буквально через несколько дней вы увидите, что ваша ботва стала сильнее, здоровее. Появляются новые, уже зеленые листочки, новые завязи, и огурцы и томаты начинают лучше давать урожай. Берите на заметку, меня зовут Вероника. Спасибо за внимание.